есть нечто схожее для всех. Это процесс горевания. Он, ну, должен быть пройден. Это занимает разное время у разных людей. А многие поначалу оказываются в состоянии некоторого шока или отрицания. И вроде может казаться, что ничего особенного не произошло, жизнь продолжается. Но у кого как, через месяц, бывает и через полгода, человека догоняет непростыми чувствами, из них злость, если что-то недосказано и остались еще обиды, из них может быть вина, если вдруг человек обнаруживает, что что-то он действительно сделал не так. Это может быть, правда, сильная печаль. Очень важна сеть поддержки, сеть людей, с которыми можно прожить эти непростые чувства, с которыми можно проговорить, можно плакать. У нас принято быть каким-то компьютером, что ли. То есть надо найти ту кнопку, которую нажал, и можно идти дальше. И поэтому часто люди сталкиваются с тем, что окружение их не поддерживает. Им приходится прятать свои непростые переживания, им приходится самим от них прятаться, отвлекаться. Хотя, в общем-то, в том, чтобы отвлекаться и развлекаться, нет ничего плохого, потому что процесс переживания непростой, и от него важно отдыхать. Но в то же время важно давать себе право на этот период проживания. Это, ну, зависит от длительности отношений, то есть как минимум полгода. В общем-то, максимум это могут быть пару лет в здоровом проживании процесса. А вот если процесс подавляется и уходит где-то на дно подсознания, то это могут быть годы. Я знаю людей, которые лет 15 уже как расстались, а отношения внутри еще живут, болят, есть еще какие-то обрывки диалогов. Вот. И чтобы этого не случилось, важно дать себе время прожить, проплакать, прогоревать, прокричать. В общем-то, слезы – это здоровая, естественная реакция нашей психики, нашего организма на боль, на душевную, на физическую. И если мужчина может себе это позволить, то это было бы здорово. Мало того, это важно себе позволить в близких отношениях. Например, с другом, с подругой, с какими-то близкими родственниками. Важно разделять эти чувства, и тогда тяжесть их будет не такой великой. Можно писать, очень помогает прописывание в дневнике каких-то, правда, диалогов, каких-то фраз, которые помогают этой боли вытекать. Есть, опять-таки, такое заблуждение, такой стереотип, что, ну да, можно себе позволить поплакать, погоревать, но в какой-то момент нужно сказать себе: «Все, хватит», взять себя в руки и идти дальше. На самом деле у этого процесса есть естественный конец. И нет необходимости искусственно его останавливать. А плюс, если в лучшем случае этот процесс проходит на глазах у близких, то близкие могут помочь, близкие могут заметить и дать эту обратную связь, когда, в общем-то, ну, можно выплывать. То есть нет необходимости делать искусственно вот этот вот шаг. Все, собрались, вот здесь горюем, а здесь мы уже радуемся и живем дальше. Чего бы я не рекомендовала, наверное,
подавлять, отрицать, запрещать себе переживания и обучать окружение, близких тому, как с вами нужно обращаться в этот период. Потому что чаще всего близкие не хотят поддержать, помочь, а просто не знают, нас этому не учат. Важно сообщать близким, когда вам нужно утешение, когда вам нужно просто поплакать на плече, а когда вам хочется остаться одному. Вот, скажем так, один большой такой совет или рекомендация – это не сбегать от этих чувств, они никуда не денутся.